Добрый вечер, дорогие друзья! С вами фирма Нажияр. Меня зовут Скайбдов Василий. Середина лета, собственно говоря, да, уже мы делаем полномерно заказы, которые у нас как раз летом. Вот мы их со всеми своими заказчиками договорились, что делаем. Но при этом как бы продолжаем делать какую-то интересную художку, да, то есть какие-то дизайнерские вещи. Сейчас небольшой обзор, что у нас есть. Есть у нас не так много. Ну, просто можно это купить все, если есть такое желание. Ну, собственно говоря. Что мы сделали? Давай, Ксюш, начнем, пожалуй. В прошлом видео я показывал похожий нож. Всего их было три. Два уже куплено. Вот этот вот недавно мы сделали. Мы еще его не показывали. Такой вот замечательный ножичек. Это все тоже романтизм. Здесь фейри, бабочки, сиреневые, которые светятся голубым. Ну, то есть в темноте. Ну, вы знаете, что мы сейчас используем такую краску. Не везде. Вот прямо здесь, вот в данном случае, этот нож, ну, как бы один такой, который светится. Потому что работа достаточно сложная с ним. Вот приходится вот. Собственно говоря, вот так вот изгаляться. Ну, то есть, вот такие к нему ножны. Сейчас покажем их. Вот такие вот ножны. Ну, то есть, ножны растишка. Все красится вручную. Здесь идет, естественно, выжигание и колеровка в цвет. Все это, естественно, тоже вручную. Это здесь самый дорогой ножик. Он стоит 22 тысячи рублей. Двигаемся дальше. Железка здесь 95К18. Да, но тут именно вся фишка не в железке. Я не помню, по-моему, мы его показывали, вот этот, да? Не помнишь? Ацтек, но покажем еще раз. Это у нас шаманизм. Вот такой вот. Хадвина АЦМФ. Рок, выжигание. Ну, стабилизированная карельская береза. Чехлу здесь тоже идет выжигание. 9,5 тысяч, то есть на такие вещи мы цены не меняем достаточно давно. Так, ну давай тогда вот сюда пройдемся. Два вот таких вот замечательных ножа. Что у нас здесь? У нас здесь по клинку идет вот такой вот рисунок. Это кислота, художественное травление. Вот такой вот. А ручка — это монгольский дуб стабилизированный. Сейчас я вот так вот покажу. Я его тоже поверчу. Очень красивый. Очень. Такая вот. Красивая ручка, красивый дуб. Вот. Два вот таких вот варианта. Ножны формованные. Тоже растишка. Здесь у нас идет выжигание. И потом это как бы финиш. Такой вот у нас стоит 12. И вот такой вот клинок с таким же рисунком по клинку. Но ручка это делает эту, такие как бы брусочки на эти ручки. Это Рауль. Вот, деревяшки для вас у него называется фирма. Вот, он это называет декокарбон. Ручка светится в темноте. Мне просто очень нравится это сочетание белого и черного с такими желтыми прожилками. Вот. Тоже Хадвин АЦМФ. Вот этот эко-карбон так называемый. Он чуть подороже, 12500. Ну, просто тут себестоимость самой ручки чуть подороже. Вот. Так, масечку потом покажем эту малыша этого прихлопа. Вот такие вот нужны. Посмотрите. Очень интересная история. Как-то в свое время мне моржовая челюсть досталась. То есть челюсть вместе с бивнями, естественно. Бивни мы давно уже все на ручки истратили. А челюсть потихонечку стабилили, заливали акрилом. Вот получались такие ручки. Вот это вот все. То есть как бы остатки былой роскоши. Больше у нас этой челюсти нету. Появится, не появится, мы не знаем.
Вот такая вот ручка, железка H12MF. Вот такая замечательная ручка. То есть стабилизированная челюсть, потом все это еще в акриле залито. Вместе с такими ножными 13 500. Вяхерь. Вот такие ножны формованы. Больстер задник у этого вяхеря. Это у нас латунь. Сталь H12MF. Здесь у нас тоже рисунок по клинку, да, то есть художественное травление. Это дракар. Такой вот стилизованный. То есть это не сколько художка, сколько дизайн. Я вот давно как бы пытаюсь людям объяснить, что есть вещи более высокохудожественные или просто там, да, как бы интересные. А есть дизайн интересный просто, да, то есть мы какие-то элементы просто вместе скрещиваем, получается какая-то интересная вещь. То есть тут от художественного на самом деле немного. Но именно как дизайн, да, это интересно. Людям такие вещи нравятся, люди такие вещи покупают. Ну и мы, естественно, делаем. Вот такой вот вяхерь. Ясень Тама, очень классно, тоже люблю эту деревяшку. Ясень делает Сергей Филиппов. Тоже всем советую. Отличный мастер своего дела. Как и Рауль, да. То есть вообще, я считаю, что у нас сейчас достаточно... Рауль, по-моему, с Уфы, Серега, он с Ворсмы. Ну, в этом плане я считаю, что у нас очень как бы неплохие мастера, которые могут делать такие деревяшки. Такой стоит 12 тысяч. Вот, вяхерь. Вилли. Ножички. Здесь у нас тоже художественное травление небольшое. Да, вот такое красивое. Латунь, ясень. Лосиный рог, большие проточки по рогу. Вот такой вариант. И вот такой вот вариант. Да, то есть то же самое, только деревяшка здесь это пауроза. Очень классная, насыщенная, да, деревяшка. Она, естественно, нестабильная. Это вот ее естественный цвет. Вот, она мне тоже, скажем так, у меня еще пару палок есть, этой деревяшки. Так что можно что-то еще будет поделать. Вот, вот оба вилли, они по 12 тысяч. То есть вот этот и вот этот нож, они по 12. Тоже выжигание и потом финишем проходим, очень интересно получается. Далее, это у нас кусака. Посмотрите, какие ножны. Здесь у нас енот-лучник. Ну, есть такая тема, это называется хуманизация животных. Да, то есть в данном случае вот у нас такие животные. Здесь ежик с мечом и с щитом. Все ж видно, да, все? А с другой стороны вот такая вот кроля стоит с Моргенштерном. Утренняя звезда такая вот. Вот так вот. Видно, да, все? Ну, такой ежичек. Ну, аж очень классный получился. Такой приятный, веселый. Стоит он 15 тысяч рублей. Идем дальше. Такие вот рыбки. Кстати, с железки вот здесь вот, это все H12MF. Вот эти четыре ножа. Здесь 95H18, граб, стабилизированный лосиный рог, резьба по рогу и колеровка. Вот такая резьба и вот такая колеровка белая на фиолетовом. Очень классно смотрится. Обратите внимание вот сюда. То есть, это вот растишка, и она тоже имеет свойство загорать на солнце. Вот такая зона бикини получается. Мы когда увидели, очень так нормально посмеялись. Вот. Такой 11 ножичек стоит. 11 тысяч.
Ну, это тоже все красится, естественно. 11. Вот такой якут. Лосиный рог. Это у нас клен Явор. Х12 МФ. Тоже 11 тысяч. Резьба, колеровка. То есть такая вот простенькая резьба достаточно. Сделали вот такую радугу. Единственное, что просьба, да, ребята, не подумайте, не приплетайтесь нас никакому там сообществу. Просто решили сделать вот такой веселый нож. Разные цвета. Клен Явор тоже, лосиный рог, резьба, колеровка, Х12 МФ железка. Вот такой веселый ножичек получился. Тоже 11 тысяч. Далее немножко северной темы. Здесь у нас нарисован драккар. Здесь у нас вороны такие в скандинавском стиле сделаны. А здесь тоже вырезан. То есть здесь и здесь у нас выжигание, то здесь у нас резьба с колеровкой в цвет. Да? То есть драккар стилизованный, Х12 МФ и клен Явор тоже. Отличная толстая кожа, хорошая нашивка и выжигание. То есть здесь в данном случае. Далее. 11. Я не знаю, говорил, не говорил. Очень интересный ножичек. Это не алокс. Тоже, кстати, монгольский дуб. Лосиный рог и выжигание. Вот такое вот выжигание. Вот. Такая стилизованная, более сложная игрушка панка. Такой у нас 17 тысяч. Их, кстати, у меня два, но сейчас попозже я покажу еще один такой. Вот такой у нас есть. Это вот он. Это саксик. Гальский кабан. Здесь такой же кабанчик нарисован. Такой 11 тысяч. Х12 МФ. Клен Явор. Лосиный рог и резьба по рогу. Если я быстро, Ксюш, говори. Скажем так, тоже хит сезона. Когда мы делаем техно-хауки, вот такие вот. Особенно если это Crazy Fiber, да, то есть на плашках или делали мы карбон, то у нас очень быстро их раскупали, собственно говоря. В данном случае это Микарта Ильи Бурлакса. Город Санкт-Петербург. Очень я люблю работать с его микартой. Потом ребята, кстати, сделают пост. Мы у него выкупили всю микарту бумажную Ivory. И мы на ней стали делать, скажем так, скримку. Вот. То есть нож прожил ровно полдня. Мы его наточили, положили, приехали люди, увидели и купили. Ссылку ставим, да. Да, видишь? Ставишь, да? Ага. Ну, все отлично. Ребята тогда ставят ссылку, посмотрите. Мы их будем делать, наверное, ближе к осени. Сейчас я там подготовлю клиночки, сделаем травление художественное и будем делать скримку. Ну, увидите, ребята. Вот такая вот супер микарта. Очень классная железка Неолокс, ЦМ-ка. Вот. Такой 16 тысяч. С крейзиком они стоили подороже, ну, потому что сам крейзик, он сам по себе подороже. У Ильихи он подешевле мне отдает, так что поэтому как бы цена вот из-за этого так гуляет. Тоже рыбки. 95Х18. Рыбки только теперь другие. И граб. Такой 11. Хороший рабочий нож, при этом красивый. Ничего здесь не попортится. Да, то есть с резьбой тоже ничего не случится, поэтому можно, собственно, совершенно спокойно их брать с собой на рыбалку. Это выжигание, Х12 МФ,
карельская береза, лосиный рог. Вот такой кусака. Но они традиционно у нас по 8500. То есть, как они были с таким выжиганием по 8500, так они и остались. Ну, тоже... Опа! Такой вот. Тоже дракар. Из Скандинавии немножко фенрир. Такой клиночек. Тоже 8500. Х12 СМФ, карелочка, лосиный рог с выжиганием. Ну, вот есть вот такой соломчик. Здесь не выжигание, здесь вот такая вот резьба небольшая. Вот мы его такой отдаем тоже 8500. Совершенно спокойно, ребята, можете покупать. Тоже здесь Х12 СМФ, клен Яор, проточки, все как полагается. Х95 Х18. Стилизованные олени. Вот такие вот. Это резьба. И мореный граб железка. Ой, ручка. Больстер латунь. Так, наверное, да, лучше. Все видно. Ну, вот с этой стороны. Ну, вот такие же ножны. Тут выжигание. 11 тысяч такой стоит. Кому интересно, заказывайте. Очень классный ножик получился. Очень я доволен. Вот такой мухомор ловит рыбку. Ножны растишка. Вот такой клиночек интересный. Больстер. Латунь, карельская береза. Здесь у нас лосиный рог. Выжигание. Тоже ловит рыбку мухомор. А здесь такой другой немножко мухомор с ножичком. Грибочек с ножичком такой вот. Вот такой вот толстенький, такой же коренастенький ножичек у нас получился. Нож очень интересный. Скажем так, красивый. Такое у нас стоит 14 тысяч рублей. Пожалуйста, если интересно, заказывайте. Тоже очень классная работа. Давай покажем вот так. Это у нас темные эльфы. Толстый клинок Х12 СМФ. Здесь у нас микарта. Вот такие вот эльфы. Давай я покажу. Вот начнем. Вот. Вот раз. Такой маг. И вот два. Вы потом, если вообще интересно, можете Ксюшу или Андрея, ну, написать им в Ютубе или в ВКонтакте или в WhatsApp, они телефоны оставят. Да, то есть там вот, как бы все свои телефоны, контакты, как обычно, оставят они. И они могут вам пофоткать. Ну, то есть более, если это, конечно, что-то вы не поняли вдруг. Такой у нас стоит 18 тысяч рублей ножичек. Сложная работа, чехол растишка, сложная работа по чехлу, он того стоит, ребята. Вот такой вот ножичек Гурон 2. Давай покажем. Тоже микарта Бурлакс. Здесь у нас идет художественное травление, такой вот лес. Отличный ножичек. Ну и лес такой же у нас здесь. Теснение сделано по чехлу. Кожа тоже растишка. Такое теснение. Теснение по хлястику. Вот. Такой вот ножичек. Он стоит 14 тысяч рублей.
Мы эти DC-шники будем делать сейчас в более, ну, большем количестве. То есть будет вот эта микарта, по которой будет скримка. Будет, это тоже бурлаксовская, да? Вот. Будет такая микарта. То есть в разных интерпретациях будем их делать. Ну и заключительный нож на сегодня. Немножко опять тематики северной. Такие вот маски. Тоже не Алокс, Ясень Тама, Лосин Рок и Выжигание. Такой вот замечательный нож. И такой же к нему идет замечательный чехол. Ну, то есть он тоже 17 тысяч рублей. А, точно! Прихлоп маленький остался. Так, 17. Ну, вот их два таких у меня из Неолокса. И ЦМ-чка, да, тоже из Неолокса. Это называется остатки былой роскоши. Я понимаю, что порошок сейчас ввозится. Есть разные мнения по поводу этого порошка. Я как бы не буду тут умничать. Каждый сам, кому надо, может посмотреть. Доверять, не доверять, то есть людям, кто привозит этот порошок, это тут дело каждого, я считаю. Вот тут у меня остался S390, небольшой кусочек, такой из обрезков. Вот сделали такой ножичек, прихлоп. Опять же, Бурлакс, Ильи Бурлакса Микарта. Вот тут надпись S390. Растишка, вот такой вот чехольчик небольшой к нему. Шейник. Честно, мы долго думали, сколько, почем его вообще продавать, как это лучше все сделать. В общем, ребят, смотрите, то есть кому-то дорого, кому-то нет. Это я не навязываю ни в коем случае. Продаю мы его 11 тысяч. Ну, тут уже каждый по-своему. Кому-то это будет дорого, то есть тут уж не обижайтесь на нас сильно. Вот. Есть, вот, вот он есть. Вот он такой маленький. 11 тысяч, если кому-то хочется, вот он на столе лежит. Вот такая у нас, такой у нас сет на сегодня получился. Вот так сверху засними. Телефоны будут в описании все наши. Так что пишите, звоните, обращайтесь. Завтра мы еще на связи. В пятницу и субботу-воскресенье мы будем на мероприятии, да, то есть на своем как бы там. Кто не знает, мы там в реконструкции тоже занимаемся немного. Вот. Поэтому на связи будем, но урывками, потому что там связь плохая. Вот. Так что четверг у вас есть, чтобы там что-то. Ну, либо понедельник уже. То есть тут уже как кто когда увидит видео. Все, всем счастливо, пока, всего хорошего.